Сегодня на общем собрании будет читать доклад «Наш банк в настоящем и в будущем». Какой комбета, подумаешь? 2, 1, 6, 0, 7, затем 6, 0, 1, 6. Ему хочется пыль пустить, а я вот сиди и работаю для него, как каторжный. Он в этот доклад одной только поэзии напустил и больше ничего. А я вот день диской насчет щелкаю. Черт бы его душу драл. Терпеть не могу. Так, 1, 3, 7, 2, 1. Обещал наградить за трубы. Если сегодня все обойдется благополучно и удастся очки втереть публике, обещал золотой жетон и 300 наградных. Увидим. Ну, а если труды мои пропадут даром, то обратно не взыщи. Я человек вспыльчивый. Я, брат, под горячую руку могу и преступление совершить. Да. Благодарю, благодарю, Дром. Этот ваш подарок, дорогие сослуживцы, я буду хранить до самой смерти, как воспоминание о счастливейших днях моей жизни. Да, милостивый государь, еще раз благодарю. Мой дорогой, мой почтеннейший Кузьма Николаевич. Честь имею поздравить вас, Андрей Андреевич, 15-летней годовщины нашего банка. И желаю, чтобы... Мой дорогой, благодарю. Для сегодняшнего знаменательного дня, ради юбилея, полагаю, можно и поцеловаться. Очень, очень рад. Спасибо вам за службу. За все спасибо. Если мною, пока я имею честь быть председателем правления этого банка, сделано что-нибудь полезное, то этим я обязан прежде всего своим сослуживцам. Да, батенька, 15 лет, 15 лет, не будь я шипучим. Ну, а что, доклад мой подвигается? Да. Осталось всего страниц 5. Прекрасно. Значит, к 3 часам будет готов. Ну, если никто не помешает, то кончим. Пустяки осталось. Великолепно! Великолепно! Не будь я шипучен. Общее собрание будет в 4. Пожалуйста, голубчик, дайте ко мне первую половину, я проштудирую. Дайте скорее. На этот доклад я возлагаю громадные надежды. Это мой профессион дефуа. Или, лучше сказать, мой фейерверк. Фейерверк! Не будь я шипучим. Устал я, однако, адски. Ночью у меня был припадочек подагры. Все утро провел в хлопотах и побегушках. Потом эти волнения, овации, эта ажитация. Устал. 2-0-0-3-9-2-0. Цифры в глазах зелено. 3-1-6-4-5.
тоже неприятность. Сегодня утром у меня была ваша супруга и опять жаловалась на вас. Она сказала, что вы вчера за ней, за своячницей с ножом гонялись. Кузьма Николаевич, на что это похоже? Ай-яй. Смелюсь ради юбилея Андрея Андреевича обратиться к вам с просьбой. Прошу вас, хотя бы из уважения к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь. Прошу. Невозможный у вас характер, Кузьма Николаевич. Человек вы прекрасный, почтенный. А с женщинами держите себя, как какой-нибудь шек. Не понимаю, за что вы их так ненавидите? А я вот не понимаю, за что вы их так любите. Служащие поднесли мне альбом. А члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес. И серебряный жбан. Хорошо, не будь ошибучен. Это не лишнее. Для репутации банка необходима некоторая помпа, черт возьми. Вы свой человек. Вам все, конечно, известно. Адрес сочинял я сам. Серебряный жбан купил тоже я сам. Ну и переплет для адреса 45 рублей. Но без этого нельзя, сами бы они не догадались. Обстановочка-то какова? Что за обстановка? Вот говорят, что и мелочи. Что мне нужно, чтобы только замки у двери были почищены. Чтоб служащие носили модные галстуки. Да у подъезда стоял толстый швейцар. Но... Нет, судари мои. Замки у двери и толстый швейцар. Не мелочь. Дома я могу быть мещанином. Есть и спать по-свински. Пить запоем. Прошу, пожалуйста, без намеков. Ах, никто не намекает. Какой у вас невозможный характер. Так вот я и говорю. Дома я могу быть мещанином. Порвеню. И слушаться своих привычек. Но здесь все должно быть ангро. Здесь банк. Здесь каждая деталь должна импонировать, так сказать. И иметь торжественный вид. Заслуга моя именно в том, что я высоко поднял репутацию банка. Великое дело том. Великое! Не будь ошибочен. Дорогой мой, каждую минуту сюда может явиться депутация, а вы в валенках, в этом шарфе, кунда-пиджаки дикого цвета. Могли бы одеть фрак, ну, наконец, черный сюртук. Для меня здоровье дороже ваших членов банка. У меня воспаление всего тела. Ну, согласитесь, что это беспорядок. Вы нарушаете ансамбль. Ну, если придет депутация, то я спрятаться могу. Невелика беда. 7, 1, 7, 2, 1, 5, 2. Я и сам беспорядков не люблю. 7, 2, 9. Терпеть не могу беспорядков. Вот хорошо бы вы сделали, если бы не приглашали сегодня на юбилейный обед дам. Пустяки какие. Я знаю, вы для шиговых напустите их сегодня в полную залу. Но глядите, они вам все дело испортят. От них всякий вред и беспорядок. Да напротив, женское общество возвышает. Да, ваша супруга кажется образованная, а в понедельник на прошлой неделе такое выпалило, что я потом 2 дня только руками разводил. Вдруг при посторонних спрашивают, правда ли, что у нас в банке муж накупил акции Дряжско-Пряжского банка, которые упали на бирже. Ах, мой муж так беспокоится. И это при посторонних-то. И зачем вы откровенничаете с ним, не понимаю. Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели? Ну, довольно, довольно. Для юбилея это все слишком мрачно. Кстати, вы мне напомнили. Сейчас должна приехать моя супружница. В сущности, следовало бы съездить на вокзал, встретить ее, бедняжку. Но нет времени и устал. Признаться, я и не рад. То есть я рад, но для меня было бы приятнее, если бы она еще денька 2 пожила у своей матери. Она потребует, чтобы я сегодня весь вечер провел с нею. А
тем у нас сегодня после обеда предполагается маленькая экскурсия. Позвольте.
Слушайте, как же это, я ничего не понимаю. Ну, нужно с самого начала. На неделе вдруг получаю от мамы письмо. Пишет, что сестре Кате сделал предложение некий Гринделевский. Прекрасный, скромный молодой человек, но без всяких средств и никакого определенного положения. И что вы думаете, Катя влюбляется в него? Мама пишет, чтобы я срочно ехала и повлияла на Катю. Позвольте, вы меня сбили. Вы и мама, да Катя. Я вот сбился, ничего не понимаю. Экая важность. А вы слушаете, когда с вами дама говорит? Я ничего не понимаю. А чего вы сегодня такой сердитый, а? Влюблены? Влюблены? Ага, покраснели. Влюблены, влюблены. Танюша. Милая, пойди на минутку в контору, я сейчас. Хорошо. Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба, по существу, совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служит ваш муж. Я, батюшка, в пяти местах уже была, нигде даже прошения не привели. Я уж и голову потеряла. Спасибо зятю Борису Матвеевичу надоумно. Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Шипучину. А не влияйте на человека, все, мол, помогите, ваше превосходительство. Госпожа Ричард, мы ничего не можем для вас сделать. Ну поймите вы, что ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству. А наше учреждение совершенно частное, коммерческое. Так, у нас банк, как не понять этого? Понимаю, батюшка. А что муж мой болен был, у меня и докторское свидетельство есть у дома. Извольте поглядеть. Прекрасно. Я вам верю. Ну, повторяю, это к нам не относится. Она там мешает служащим. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он у меня ничего не знает. Зарядила дно, пошла вон и все тут. Повторяю, сударыня. Ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству. Да? А наше учреждение частное, коммерческое. У нас банк. Ваше превосходительство. Прикажите дать хотя бы 15 рублей. Я согласна, не все сразу. Не все сразу. Андрей Андреевич, я так и никогда на форму не был. Сейчас. Вам не втолкуешь, но... Поймите вы, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или пробирную палатку. Андрей, можно войти? Погоди, милая, сейчас. Вам не доплатили? Но мы-то тут при чем? К тому же, сударыня, у нас сегодня юбилей. Мы заняты. Может сюда войти кто-нибудь сейчас? Извините. Ваше превосходительство. Ну, будьте рады, отцу моему. Я женщина слабая, беззащитная. И за мужем была печи, а отец будет тут еще взять без места. Госпожа Мерчуткина! Госпожа Мерчуткина, я... Нет, я не могу с вами разговаривать. Ой, мне даже кажется, голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете. Вот пробка. Семен Николаевич, объясните вы госпоже Мерчуткиной, что вам угодно? Я женщина слабая, беззащитная. На вид, вот, может быть, я и крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетита лишилась. И кофе сегодня пила, и без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно? Прикажите, батюшка, выдать мне 15 рублей, а остальные хоть через месяц. Ну, вам кажется, русским языком сказали, здесь банк. Так-так. А что, муж мой болен, у меня есть медицинское свидетельство. У вас на плечах голова или что? Миленький, ведь я по закону прошу, мне чужого не нужно. Я вас спрашиваю, у вас голова на плечах или что? Ну, мне некогда с вами разговаривать, я занят, прошу. А деньги как? Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что. Что? Ну нечего, нечего, своей жене постукай. Я губернская секретарша, со мной не очень. Вон отсюда. Но, не очень. Ежели ты, Гигимара старая, сейчас не уйдешь, то я тебя в порошок сотру. Я могу преступление.
совершить. Не испугалась, видали мы таких скважин. Ой, не мой, я не могу. Вы же, кажется, его всю жизнь не видал пройти. Я не могу доклада так писать, не могу. Собака лает, ветер носит. Не испугалась? Мне дурно. Не могу я доклады писать. Не могу. Я не чужое прошу, а свое по закону. Ишь, мужик в присутствии на месте, в валенках сидит. Поехали мы на вечер к Бережницким. На Кате было голубенькое фуляровое платье с легким кружевом и открытой шейкой. Ей так и лицо высокая прическа. Я ее сама причесала, как оделась и причесалась, ну просто очарование. Да, и... да, очарование. Сейчас могут прийти сюда. Ваше превосходительство. Ой, ну что еще? Что вам угодно? Ваше превосходительство, вот этот вот самый постучал себе пальцем в голову, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, вам насмехается и слова всякие, а я женщина слабая, беззащитная. Хорошо, сударыня, я разберу. Приму меры. Уходите после. Подагра начинается. Андрей Андреевич, прикажите послать за швейцар. Что это такое? Нет, нет, она из-под имени. Да в этом доме много квартир. Паша, пропускай. Ваше превосходительство, ну когда же я получу? Замечательно. Вот моего. Сударь, у нас банк. Я уже вам говорил, учреждение частное, коммерческое. Сделайте милость, ваше превосходительство. Мне же ничего денег не надо мне. Прикажите их выдать. Бабушка, ну вам же говорят, что вы мешаете. Красавица. Какая вы права. Красавица, матушка. Я женщина слабая, беззащитная. За меня похлопотать некому. Я кофе сегодня пила без всякого удовольствия. Сколько вы хотите получить? 24 рубля 36 копеек. Хорошо. Вот она. 25. Берите и уходите. Покорнейше благодарю, ваше величество. Покорнейше благодарю. Пожалуйста. Да вы хамы!
ее! Депутация! Каких-либо серьезных операций, а также неопределенность цели, ставили ребром гамлетовский вопрос – быть или не быть. И в одно время даже раздавались голоса в пользу закрытия банка. Но вот, во главе учреждения становитесь вы. Ваши знания, энергия и присущий вам такт были причиной необычайного успеха и редкого процветания. Репутация банка. Воды. Ой. Репутация банка поднята вами на такую высоту, что наше учреждение может ныне соперничать с лучшими заграничными учреждениями. Депутация, репутация, оккупация. Шли два приятеля вечернюю порой, и дивный разговор вели между собой. Не говори, что молодость губила, что ревностью из сердца на моей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Красая, объективный взгляд на настоящее. Мы... Уважаемый и дорогой Андрей Андреевич, в таком случае мы после. Мы после. А что, надо... У нас фотография, когда мы на поклоне? Да, мы вас не вижу, как в компании. Еще раз написано. Нафига нам фотографию? Так, фотографию... Сделайте нам, чтобы мы все были вместе, вот там еще люди. Все вместе, пожалуйста, садитесь сюда. Да, наверное, все-таки надо улыбнуться.